значительные вражеские цели. Приближается противник. Груз захвачен. Вижу дополнительные вражеские цели. Противник открывает груз. Приближается противник. Груз захвачен. Противник открывает груз. Вижу дополнительные вражеские цели. Склад боеприпасов – идеальная цель. Иди туда и наведи шороху.
Перебили! Бегу к пушке! Лови гранату! Вы его видите? Отойди. Так, а теперь уходи, пока не рвануло. Предмет представляет интерес. Обнаружено мобильное электронное устройство. Гиены подсадили местных на спайс. Вот почему они уже столько времени здесь хозяйничают. Надо навести порядок в секторе. А ты? Что тебя сподвигло? Сподвигло? Вступить в спецотряд. Ураганы, Ники. Я была еще маленькой, но кошмары до сих пор снятся. Вы не уехали? Деваться было некуда. Черт. Ладно бы только ураган. Электричества не было несколько месяцев. Дороги завалило. С домов крыши посрывало. Да, такое может навсегда изменить жизнь. Да уж. Но не все было так плохо. Ураган сплотил нас. Мы нашли надежных друзей, которых иначе могли бы просто не встретить. А еще было куда уехать. Просто сбежать от проблем. Перед нами лежал целый мир, и это придавало сил. Этим людям пришлось многое пережить, но с твоей помощью они быстро оклемаются. Разведчики театра выяснили, что истинные сыны устроили у здания Минюста склад боеприпасов. Надо бы взорвать его к чертям. Твоя цель — несколько армированных ящиков в центральном дворе. Тут понадобится взрывчатка, но ее можно раздобыть на месте.
боеприпасов, так что здесь они в ближайшее время ничего предпринять не смогут. Прекрасно.
всех до последнего. Вот так! Мы можем защитить себя от кого угодно! Найдено электронное устройство. Честен. На это ты способен? Да, способен. Ну, уже что-то. Обнаружено мобильное электронное устройство. Рада слышать твой голос, Генри. Как там у вас дела? Неплохо. Даже хорошо. Почти прекрасно. Да, у нас тоже. Благодаря этому новому агенту мы теперь вздохнули свободнее. Да, прогресс налицо. Собственно, я как раз по этому поводу. Хотел предупредить тебя, что мы высылаем вам гостинцы. Гостинцы? Урожай был хороший, и на зиму нам хватит с избытком, так что мы решили с вами поделиться. Это очень щедро с вашей стороны. Нам надо подумать, как отплатить вам за услугу. Это не услуга. Подарок. От нашего стола вашему. Ладно. Поняла тебя. Спасибо, сосед.